Приветствую всех! Как вам такая возможность расширения функционала в автомобилях BYD? Если хотите так же, тогда смотрите внимательно, я разберу все максимально подробно, что даже ребенок сможет понять. Я рекомендую вам сначала посмотреть все сейчас, а затем в процессе пересматривать на телефоне. Поскольку информации будет много, вашему организму потребуется время, чтобы все осмыслить, и во второй раз вы будете понимать лучше. Очень важно, чтобы вы внимательно смотрели все и не допускали ошибок. Или же сразу же удобно устройтесь в автомобиле, включите видео на своем телефоне, планшете или даже ноутбуке и начинайте просмотр. Подпишитесь и поставьте лайк перед просмотром, чтобы не забыть об этом в конце. Я разобью видео по тайм-кодам, вы сразу сможете перейти на необходимый вам фрагмент. Давайте представим, что вы только что купили автомобиль, или купили его давно, но так ничего на нем и не ставили. Открываем любой браузер, если у вас уже есть, или китайский QQ. Если браузера нет, тогда устанавливаем через магазин BYD. Открываем BYD магазин, в поле поиска пишем две буквы QQ и нажимаем голубую кнопку поиска. Опускаемся ниже, видим браузер и нажимаем скачать. Ждем загрузку. Появляется такое окошко, совсем соглашаемся и устанавливаем. Установлено. Можно нажать тут открыть, либо тут. Либо закрыть магазин и на рабочем столе запустить приложение. Когда запускаем, оно перевернет планшет. Обратно перевернут для удобства. Вы можете оставить как вам больше нравится. В строку браузера вверху пишем URL адрес. Адрес со временем может измениться, поэтому актуальную ссылку смотрите в закрепленном комментарии. Вот загрузилась страничка. Вверху есть две папки – браузер и клавиатура. Рекомендую первым делом установить нормальный браузер и клавиатуру. Далее я уже открою эту страничку в браузере Chrome. Текущая клавиатура, установленная по умолчанию, оставляет желать лучшего. Давайте внесем в эту ситуацию изменения и установим более подходящую клавиатуру. Открываем папку клавиатуры и нажимаем на файлик. Потом голубую кнопку «Скачать», затем серую кнопку «Скачать». Файлик скачался, нажимаем «Открыть». Далее на все соглашаемся и устанавливаем. Установилась и сразу открываем. Клавиатура сразу предлагает сделать ее клавиатурой по умолчанию. Это то, что нам и надо. Сейчас стоит клавиатура Baidu, ставим Microsoft. Теперь добавим еще языков. У меня уже стоит несколько. Чтобы добавить еще один, опускаемся ниже и просто кликаем на язык. Он сразу загружается. Можно выключить, если не нужен какой-то из языков. Супер, эту часть сделали. Вот так теперь выглядит новая клавиатура. Но не красота же. Позже я покажу, почему именно она нам необходима. Вот уже немного добавили прекрасного в планшет. Теперь перейдем к главному. Ставим вот эти три приложения. ADB Help, ADB Proc и Multitool. Можно устанавливать в любом порядке. На рабочем столе появятся всего две иконки. Этот жучок ADB и голубая с машинкой. Пока их не запускаем. Третья программа скрыта, она нам нужна, чтобы работал ADB. Идем в настройки автомобиля, нажимаем на машинку, слева смотрим, чтобы мы находились в разделе D-Link. Нажимаем «Версия», далее «Возврат к заводским настройкам», только не жмем «Восстановить», а на текст нажимаем много раз. Открывается такая настройка. Надо включить первый пункт вверху и вот этот. Но у вас, вероятнее всего, не будет этой строки, надо будет перезагрузить планшет. И снова войти сюда и включить эту настройку. Обязательно подключитесь к любому Wi-Fi, так как без этого у вас не будет видно IP, а это важно. Можете подключиться к точке доступа от телефона, либо вашему роутеру, как вам удобнее. Снова включаю и теперь есть IP. Супер, с этим тоже разобрались. Теперь запускаем жука, проверяем, что ADB работает. Тут ниже должна быть видна эта строка, как у меня на экране. Если этого нет, нажмите на три точки, а затем последнюю строчку поиска ADB. Он ищет, и затем должен появиться этот блок. Это дает нам понять, что вы идете по правильному пути и все получается. Жука мы сейчас закроем, но потом еще вернемся к нему. Запускаем голубую иконку, даем разрешение показывать поверх всех окон. В этом окошке также даем все разрешения и нажимаем ОК. Опускаемся ниже, ставим галочку и нажимаем голубую кнопку подтверждения, что вы согласны предоставить приложению все доступы, которое украдет все данные вашей банковской карты и вы не против этого. Шутка. Наоборот, что они придерживаются политики конфиденциальности и обещают не распространять ничего дальше этого планшета. Но учтите, вы делаете все на свой страх и риск, автор видео не несет никакой ответственности за это.
В этом окошке написана инструкция, как дальше действовать. Нажимайте ОК, а я вам дальше наглядно все покажу. Видим такой интерфейс. Все на китайском, но нам поможет Google переводчик. Кстати, я пробовал ставить приложение для перевода на планшет, но из-за большого количества текста тяжело сориентироваться и пользоваться им. Лучше используйте телефон. Вот как, например, это будет выглядеть, поднеся телефон. А для вас я буду писать перевод рядом. Если это видео наберет 5000 лайков, я готов постараться сделать перевод на понятный язык. И, конечно же, не забываем подписаться. Итак, начинаем. Первоначальную настройку. Это первые шаги, которые необходимо сделать. Нажимаем эту кнопку, ставим галочку «Всегда разрешать с этого компьютера» и нажимаем «Разрешить». Должно появиться уведомление, что оно удачно подключилось. Нажмем сюда и проверим, что у нас все включено как надо и видно IP. Возвращаемся. Нажимаем эту кнопку. Здесь мы настраиваем, чтобы приложение могло запускаться в фоне. Точнее, перевод такой – запретить запуск в фоне приложения. То есть надо снять галочку, чтобы приложение могло работать. Вот его иконка, и снимаем галочку. Закрываем. Далее нажимаем сюда. Это штатное приложение, которое по-умному очищает оперативную память. Нам надо сделать так, чтобы приложение не выключалось. Добавим его в белый список, ищем его. Вот иконка, и тут надо поставить галочку, чтобы было активировано. Смотрите, не перепутайте, а то потом будете писать в комментариях, почему не работает. Если что-то не так, обязательно перепроверьте этот момент. Закрываем это. И вот последняя кнопка. Нажимаем сюда и даем все доступы. Тут есть другие приложения, но лучше дайте всем, так будет проще и хуже не будет. Жмем крестик. С доступами закончили. Теперь необходимо перезагрузить планшет. Выходим из приложения, жмем кнопку громкости и ждем перезагрузки. Как планшет загрузился, снова заходим в приложение и продолжаем настройку его работы. Теперь настраиваем функционал. Нажимаем на эту кнопку и выбираем модель своего автомобиля. В моем случае это SungPlus. Но приложение поддерживает огромное количество моделей. Yuan Plus, Tang, Han и все остальные модели. Я подписал перевод к ним, чтобы вы знали, что выбирать. Главное, выберите правильную модель, чтобы все корректно работало. Нажимаем следующую кнопку. Тут необходимо выбрать правильную версию операционной системы D-Link 3 или D-Link 4. Приложение само постарается определить, но может не угадать. Поэтому, если знаете, какая система у вас, ставьте правильную. Если не знаете и у вас некорректно работает, тогда выберите другую версию. Была четверка, поставьте тройку. Кстати, приложение необходимо перезапускать при изменении настроек. Не всегда, конечно, но если вы что-то меняете, но не переменяется настройка, сначала попробуйте перезапустить его и проверить еще раз. Тут ставим, есть ли у вас вентиляция сидений или нет. Эта настройка будет включать или выключать дополнительные кнопки в виджете климата. Эту область заполняем по желанию. Она необходима для виджета на главном экране. Через мгновение покажу. Пока мы тут, включается или выключается оно вот по этой кнопке. И верхний левый чекбокс отвечает за показ виджета на главной странице. Я виджетом не пользуюсь, так как данные у меня все равно не подгружаются все. Датчики колес не подтягиваются, но у вас, может быть, будет работать. Плюс есть китайские неубираемые иероглифы. Мне нравится, когда китайских иероглифов по минимуму вижу. Но вы можете разобраться самостоятельно по настройке. Или если в комментариях будет огромное количество желающих по настройке, я покажу подробно, как это настраивать. Чтобы скрыть приложение, нажимаем на левый верхний угол. По умолчанию этот виджет показывается. Давайте выключим его. Вот смотрите. Я выключаю галочку. Виджет исчезает с главного экрана. Включаю галочку, и виджет возвращается обратно. А теперь давайте включим дополнительный виджет климата. Нажатием вот здесь появляются еле заметные боковые полоски. Они будут поверх всего. Вот этим я уже привык пользоваться. Очень удобно, когда запущен Android Auto или другое приложение, можно не выходя из него менять настройки климата, увеличивать обдув кондиционера, поменять направление воздуха, включить подогрев или вентиляцию сидений. И при этом у каждого человека с двух сторон есть свои настройки. Это очень удобно. Этот виджет компенсирует нехватку физических кнопок климата. Можно изменить главные кнопки и внизу. Заменить другой панелькой. Все так же работает как надо. Вот я запустил YouTube Music. Слева остается эта панель.
Но если потянуть снизу, выходит панель по умолчанию. Панельку также можно эту настраивать здесь. Парктроники. Теперь по настройке парктроников, чтобы они показывали расстояние. Нажимаем третью сверху кнопку слева. Тут уже начинаются настройки, но нас интересует вот эта кнопка. Нажимаем, открывается окошко. И тут важна вот эта настройка. Если у вас нет 360-градусного обзора, ее надо снять. То есть выключено только если у вас всего одна камера заднего обзора. В другом случае должно быть включено. Остальные настройки редактируются по желанию. Я оставил как было изначально. И это приложение еще может добавить звукоповоротникам, либо включению разных передач движения. Вот включу левый поворот. Эти звуки можно поменять в этой настройке. Я у себя выключил полностью, ползунки эти поставил на 0 и выключил все подобные переключатели. Клавиши. Перейдем в эту вкладку. Тут мы можем переназначить работу клавиши руля. Первым делом надо включить возможность переназначения клавиш, установив вот этот флажок на «Включено». Эта кнопка меняет колесико на руле включения-выключения звука на паузу и воспроизведение. Эта функция меняет работу колесика громкости и переключения треков влево-вправо на изменение отображения камеры в режиме 360. Крутим вперед или назад, нажимаем влево или вправо и видим, как изменяется отображение камеры. А эта функция меняет работу этих же клавиш в климате. Когда запускаем его, теперь колесико регулирует температуру, вверх добавляет, вниз снижает, а влево или вправо регулирует силу потока воздуха. В этом же месте можно настроить, что автомобиль будет делать, когда вы нажимаете разные передачи или нажимаете кнопку парковки и тому подобное. Как пример, вот при нажатии кнопки парковки включается приложение. Вы можете назначить как приложение, так и какое-то действие. Тут также можно настроить, как будет работать у вас 360 градусов отображения, когда включать или выключать и тому подобное. И самое интересное – переназначение клавиш на руле, на те приложения или действия, которые вам нужны. Нажмите на эту кнопку, видим такое окошко. Тут написано, при каком действии выполнять долгое нажатие или двойное нажатие и тому подобное. Тут мы видим название кнопки, какой тип действия выполнять и какое действие выполнять или какое приложение запускать. Вот кнопка влево на руле. Сейчас выбран режим запуска действий. Я хочу, чтобы открылась панорама. Надо подобрать правильную команду, но как это сделать? Проще всего это сделать с помощью телефона. Включаем, например, Google переводчик, пишем «Открой штору», запускаем голосовой помощник в автомобиле и включаем воспроизведение китайской фразы. И смотрим, что сделает автомобиль. Вот он открывает штору. Значит, с командой угадал. Теперь эту команду надо на китайском написать в это поле. А теперь смотрите, какую магию делает клавиатура, которую мы установили в самом начале. В ней есть встроенный переводчик. Вот выбираем язык, которым пишем, и на язык, который переводить. Ставим китайский упрощенный. Пишу «Включи радио». Он сразу пишет на китайском в поле. Проверяем результат. Нажимаем кнопку и видим, как запускается радио. В общем, принцип я вам показал. Дальше делайте по аналогии. Теперь как выбрать запуск приложения? Поставлю на кнопку вызова помощника Xiaodi «Запуск музыки». Меняем тип действия на запуск приложений. Кликаем на это поле и выбираем приложение, которое хотим запускать. У меня это YouTube Music. Проверяем. Вот запустился YouTube Music. В общем, суть вы поняли. В приложении много разных настроек, ковыряться можно долго. Пишите ваши сценарии использования кнопок и интересностей, которые вы нашли. Уверен, многим будет полезно. Параллельно со временем я создам таблицу с самыми интересными командами и сценариями их использования и ссылку приложу в закрепленном комментарии. Самые интересные комментарии со сценариями использования выложу в отдельном видео, как еще можно полезно использовать эту программу. Если у вас возникли проблемы с работой парктроников, они не отображают расстояние, тогда необходимо запустить приложение жучка и проверить, ведутся ли логи расстояний. Запускаем жучка и ждем, чтобы появился тут блок. Вот он появился, нажимаем на него.
экран переворачивается. Увы, только в таком положении можно с ним работать. Тут можно увидеть параметры планшета. Теперь листаем вправо до конца, до командной строки, и вводим такую команду. И нажимаем кнопку. Команду напишу в закрепленном комментарии или перепишите с экрана. Должно быть так, как у меня, никаких красных сообщений. Теперь включаем, например, заднюю передачу и проверяем парктроники. Как только они начали издавать звук, уже можно выключать и переходить обратно в жучка. Вот мы видим, что есть много записей действий парктроников и разные числовые значения, значит парктроники передают логи, что я и наблюдаю, у меня все работает. Если у вас ничего не уводится, как у меня, тогда ваш автомобиль не пишет логи и помочь уже никак не удастся. Кстати, через жучка можно удалить китайские приложения, которые удалить через планшет не было возможности. Вот как пример. Я пытаюсь удалить приложение, а кнопки удалить тут нет. Найдем это приложение в жучке. Листаем до экрана со списком приложений. Ищем приложение, которое хотим удалить и нажимаем на него. А потом на корзину и подтверждаем. Возвращаемся на главный экран и видим, что приложение удалено. Я только разобрал самые необходимые функции в мультитуле, но там уверен еще много полезного, которое я еще для себя не открыл. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще много интересных выпусков.